Всем привет! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика. Сегодня я хотела бы показать очень интересный вариант прически. На вид похоже, как будто сделано из резинок, но резинки я в самом плетении не использовала. Эта прическа больше подойдет на длинные волосы, где одна длина, для того, чтобы она хорошо держалась. Итак, приступаю к прическе. Для начала я делю все волосы пополам, одну часть завязываю, она мне пока не нужна, и буду работать со второй частью. Отделяю одну прядь волос, под ней беру маленькую тоненькую прядку, делаю вот такую петельку и протягиваю через нее эту же прядку. Очень подробно показываю на видео, просто посмотрите и повторите. Вот, два пальчика под прядку засовываю, оборачиваю ею основную прядь и протягиваю в петельку. Делаю две петельки такие и дальше добавляю в основной хвост эту прядку. Немножко растягиваю получившийся элемент. Теперь отделяю еще один ряд волос, добавляю их к основной пряди, также где-то под низом беру тоненькую такую прядку и опять делаю две петельки. На самом деле я просто так делаю две петельки, тут неважно, сделаете вы одну или три или десять, главное, чтобы вам длины волос хватило. И также отделяю еще один ряд волос и делаю также две петельки. Раз уж я начала две делать, значит и по всему плетению я буду делать две. То есть сделала две петельки вот такие и вернула обратно в основной хвост прядку. Вот так вот. По ходу плетения немножко вытягиваю подхваты, чтобы потом было легче и не было сильных петухов, потому что у меня будет эта прическа объемная и главное туго ее не плести. И вот, чтобы держалось все это без резинок, нужны для этого длинные волосы. Если у вас каскадная какая-то стрижка, то не получится, потому что вы одну петельку не сможете обернуть. У вас закончатся волосы. В принципе, я уже это плетение показывала в предыдущих видео, но там я пользовалась резинками. Если вам интересно, можете тоже заглянуть. Я оставлю вам ссылку в описании. И так я плету до конца. И теперь начинаю подхваты вот эти вот вытягивать. Я не делаю много ребрышек, а из одного подхвата делаю одно ребрышко большое. И также заплетаю с другой стороны. Как вы видите, получается очень интересная прическа, очень воздушная. И если форс-мажорные ситуации и хотите что-то интересное, но под рукой нету ничего буквально, одна резинка и все, то вот можно сделать такую прическу. В конце я несколько раз обматываю, и я даже резинками не пользовалась вообще, я просто невидимками закалывала прядку, которую обматывала. Фиксирую немножко лаком все получившиеся ребрышки и приступаю к хвостикам. Тут я делаю так же. Отделяю с двух сторон по прядке, беру маленькую тоненькую и также делаю петельку. Я не заметила, что не видно в кадре, как я это делаю, поэтому простите. Я делала так же, как и косы.
И вот такой вроде не очень красивый хвост получился, но сейчас мы будем его растягивать, раскрывать, и очень будет все шикарно выглядеть и воздушно. Ну вот, вы уже сами видите, просто для меня это эстетическое удовольствие смотреть, как вытягиваются вот эти вот ребрышки, пряди. Я не знаю, у вас есть такое, я прям вдохновляюсь. В принципе, эта прическа и сделана была для вдохновения, потому что как бы вроде на каждый день ее не сделаешь, она такая необычная немного. Но я думаю, что может вам какие-то элементы понравятся, и вы придумаете свою прическу. Ну и все, вот что у меня получилось. Берите себе на заметку, надеюсь, что вам понравилось. И еще хочу вас пригласить на свой новый канал. Я решила создать второй, потому что я человек многогранный, творческий, мне многим хочется делиться с вами. И прически на себе я буду показывать на том канале, а тут останутся уже прически на манекенах. В общем, такой канал для души, я бы сказала. Если вам интересно поближе со мной познакомиться, то подписывайтесь. Может, у вас есть какие-то идеи для видео, какие бы вы хотели видеть. Может, есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я обязательно сниму видео и отвечу на ваши вопросы. Так что надеюсь, что вы меня поддержите. Оставлю ссылку на этот канал в описании. Желаю всем хорошего настроения и всем пока-пока!